В Южноуральском государственном университете состоялось рабочее совещание с заместителем министра науки Российской Федерации Андреем Амельчуком. Главная тема заседания – ход строительства межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске. В рамках встречи обсуждались вопросы стоимости проживания в кампусе, бытовые условия в комнатах и на прилегающей территории, а также поддержка проекта со стороны области и государства. Особое внимание было уделено проектным лабораториям, которые, по словам Андрея Амельчука, станут сердцем будущего кампуса. Мы уже не первый раз относимся детально и предметно к кампусу в Челябинске. Вот, и наша даже первая стратсессия в рамках федерального проекта кампуса была именно в Челябинске. Мы очень детально рассматривали все аспекты кампуса. И здесь, наверное, самое главное, это вот то, что будет дальше, это научно-лабораторный образовательный корпус, где крайне важно, чтобы все договоренности, все партнеры зашли, и это было такое место, где студенты учатся, прототипируют, работают вместе со своими будущими работодателями и наполнить его правильным содержанием, потому что жилой фонд, он сложится, он будет хороший, красивый, качественный, безусловно, найдет тех, кто будет желать там жить, а самое главное, сложить вот то сердце кампуса, то содержание, которое будет в науке и в образовании. Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинске реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты» и объединяет 7 ведущих вузов нашего города. На данный момент завершена первая часть строительства. 2 гостиничных корпуса, рассчитанные на проживание 168 человек в каждом, первыми жителями которого стали студенты вузов-партнеров.